Более 20 спасателей пытаются освободить двух спелеологов, застрявших в пещере в польских горах. В субботу спелеологи оказались в ловушке в пещере Велькоснежна, самой длинной и глубокой в Татрах. Вода залила узкий туннель и блокировала выход. Первая спасательная группа прибыла на место происшествия в тот же день. После этого были отправлены еще две группы, включая сотрудников пожарной охраны Кракова. По словам спасателей, установить связь с двумя спелеологами пока не удалось, и обеспокоенность усиливается из-за длительного нахождения людей в экстремальных условиях. Также они рассказали, что эта операция уже стала одной из самых сложных в истории польских горных спасателей.